Лига Ставок. Объединяем хоккей. И желание было, и скорости хорошие. Я думаю, мы сегодня не уступали ни в одном компоненте. Просто так сложилось. Чуть-чуть не повезло в конце нам в овертайме. Что случилось вот после 1-10? Как вы, не знаю, переключили голову? Даже не знаю. Мы просто постарались забыть этот матч как страшный сон. И чтобы такого не повторялось, поговорили с ребятами. Могли вырвать, там Дима Завгородний бросал. 2-1 выход был. Хафиз бросал тоже. Могли вытащить игру, но не получилось. Ничего страшного, сейчас у нас выезд, две игры. Надеюсь, заберем. Да, шайба вышла из зоны. Тимур Хафизов подобрал. Я ему подкрикнул со спины, он повернулся. Так получилось, что я убежал в 1-0 и попал в дальнюю. Ну, эмоции классные были. Но всегда в овертайме, когда не выходишь, стараешься прям это, маленько даже эмоции сдерживать, а то там через края бьет все просто. Хорошая игра, да, была сегодня прям такая, да, хоккейная война. Сами почувствовали, да, что в конце, да, мы просто воевали. За каждую шайбу, да, постались. Да, нам немножко сегодня не повезло. Но мы с вами на правильном пути, парни. Будем так играть, еще раз говорю. Все будет здорово, будем выигрывать игры. Но сегодня, в любом случае, да, мы завоевали это очко. Завоевали, поэтому, в любом случае, красавцы. Спасибо за игру, молодчик.